В Актобе возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в лифте. Полицейские расследуют это дело, выясняют, какая компания обслуживала подъемный механизм и когда проводилась последняя техническая проверка его безопасности. Вопрос замены или ремонта городских лифтов давно актуален для региона. Проблему неоднократно поднимали и сами жильцы, где годами не работают лифты, и прокуроры. Последние проверки выявили, больше половины лифтов в городе опасны для жизни. А после передачи системы обслуживания в конкурентную среду, ремонтировать лифты, особенно жилого сектора, активно ринулись непрофессионалы. Сегодня на рынке услуг в регионе действует около 20 лифтовых компаний, из которых только 3 имеют соответствующий аттестат в области промбезопасности. Между тем, в области насчитывается около 1000 лифтов. Лет 10 назад их было в 2 раза меньше. Поступило сообщение о том, что в лифте в одном из домов 12 микрорайона обнаружен труп женщины. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 278 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Недоброкачественное строительство, повлекшее по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия». Также назначен ряд экспертиз.